Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на сервере Black Dragon. Сейчас я вернулся с шахты, сейчас мы вылечим покемонов, сейчас мы пойдем кому-то задницу надерем, чтобы прокачать наших покемонов. Так, сейчас, секундочку, дорогие друзья. Ага, все, пойдем. А, что там у нас с стеклом? Какое стекло красивое, да? Ай! Твою мать. Сейчас мы хотя бы чуть-чуть заделаем. Если, конечно, хватит. Одного не хватило, вот того, что я сломал. Вот твою мать. У меня уже даже у меня нет песка уже. Твою мать. Так, ну пока что будет вот так, потом может сделаем, да. Так, сейчас давайте все-таки пойдем и прокачаем наших покемонов, а то с покемонами, боссами, я так понял, им еще чуть-чуть рано тягаться, так как пока что они еще не... О, там покемон босс. Пойдем туда, посмотрим. В принципе, Чермилион и так он сильный. Конечно, если повезет, то опять где-то он там заспавнился под землей. Или это тот же покемон, который был в предыдущий раз. То бишь Гравелер вот там дурачится. Опять в шахтах. Ах, если это он, ну пойдем посмотрим. Я еще раз говорю, дорогие друзья, я потом в шахты, наверное, буду ходить без съемок, так как без съемки буду ходить туда. Ресурсы тут нужны, действительно нужны, чтобы обменивать их. Так, где мы? О, гравий. Но пока что никого нету. Ну, в том смысле, что нету босса. Путь ты босса, в твою мать, у фосила. Так, мы отсюда вылезли, да? Пойдем дальше. Если бы там лавы подо мной еще не было, было бы отлично. Какая высота? 40-я. Ух, я думаю, чувствую, долго мы отсюда потом будем выбираться. Вот он. Это вот та же скотина, которая была в прошлый раз. Постараемся его убить. Ух ты! Да, ну переключимся на Чармандера, если он его не убьет с одного удара, то мы убьем его. Мне кажется, он его убьет. И вот, нет. Пытаемся. Ай-я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 й. Убьем. Убили! Отлично. Что с него выпало? Мунбол, Трикрун. Отлично. Слава богу, мы его убили. Железо. Чуть-чуть возьмем. Не будем мы в шахте в этой серии, не будем. Чуть-чуть мы прокачали нашего покемона, все-таки отомстили вот этому Гравелеру, который убил нас в предыдущий. О, это что оно на землю выпало? А. Вот так. Хорошо, что заметил. Давайте мы чуть-чуть угля возьмем, а то у нас угля вообще нету. Чуть-чуть. Вот это выкопаем, что тут. Все. Пойдем. Так, откуда мы вылезли? Где-то отсюда, да? Не хочу я все заново копать. А, все. Вот мы отсюда вылезли. Поехали.
Брум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Нужно уже поскорее прокачать Чармелиана, чтобы он был у Чаризарда, чтобы можно было уже летать на нем, а то каждый раз вот так подниматься. Ой, чё я случайно нажал что-то. Че, долго еще там? Ну, почти. Отлично, убили мы этого покемона-босса. Фу, отлично. Давайте сейчас. Ну, че, пойдем куда-то или в лес, или вот в равнину. Давайте все-таки, я думаю, пойдем туда, где равнина. Я так думаю. Ну, в принципе, пока что Гравеллер оправдывает мои ожидания, в смысле, он действительно шайни, ну, понятно, и он действительно очень сильный. В данный момент, ну, он мне как-то очень нравится, так как с его помощью действительно можно поубивать нормально много покемонов, и действительно можно отлично прокачаться. Умру? Нет, отлично. Ну чё, пойдем, наверное, ближе всего к Пуки-центру, так как если нас убьют, то мы сможем вылечиться. Прогуляемся по равнине, может что-то и заспавнится кто-то, в смысле кто-то и заспавнится, или пойдем в ту сторону. Нет, давайте все-таки в эту. Фу, потом можно будет сбегать на спавн, я пока что не буду еще летать туда, ну, в смысле, да, летать, можно же туда вроде телепортнуться с помощью команды спавн. Но пока что я туда идти не буду, так как у меня нету своей точки, в смысле, дома, так как потом нужно будет возвращаться домой пешком, а это, смотрите, сколько. Отсюда, вот отсюда, нужно вот это все будет опять пробегать, и вот сюда. Это очень долго, я так думаю. Вот твою, как я экстремалю тут. Чуть не упал. В принципе, я не знаю, умер бы, нет. Так, гравия тут до хрена. Посмотреть можно, в принципе. Есть ли тут вообще окаменелые покемоны? Ну, я думаю, что тут все-таки есть. Какой смысл убирать? Да. Так, давайте сколько там еще бежать в Пуки-центру? Нормально. Побежим туда. Побежим, пробежим. Так, ну, а ну. Побудем чуть-чуть тут, может вокруг нас кто-то заспавнится. О, Персиан. Ну, в смысле, он там был. С него вроде выпадают золотые самородки, если я не ошибаюсь. И это круто, так как золотые самородки тоже можно продать, в смысле обменять на бронзовые коины. Давайте, убьем его. Ух ты, ни хрена себе. Ну, Шани Гравеллера ты хрен убьешь. Кошка против камня. Это будет бред, если она его убьет. Ни хрена себе у нее урон. Она еще нашла... Ну, вот это бред. Ну, в принципе, у нее темная атака, да? Поэтому, как там писала, ну, она использовала байт. Это вроде темная атака. Ну, в принципе, ее убили. Отлично. Бежим к Пуки-центру. Вот он уже виден на карте. Бежим туда. О, отлично. Так. Идем вылечимся. Вылечимся. И вот так. Отлично. Все, увеличились.
Так, давайте побежим вот сюда. Куда-то далеко, конечно же, убегать не будем, так как потом еще возвращаться домой. Телепорта пока что еще нету. Принципе, тут ничего нету. Побежим и сюда. Забежим в лес. Посмотрим, что там и как. Может, немножко прокачаемся. Там я вроде где-то видел желтый априкон, да. О, покемон босс, покемон босс, покемон босс, я его вижу на карте, я его вижу на карте. Тут, тут, да, не, только не говори мне, что он под землей. Пожалуйста. Ведь покемон босс какой-то под землей. Да. А, нет, вот он передо мной. Как-то так заспавнился, вот видите, там Пиджей. Синий, что хрен увидишь. Порох. Не знаю зачем, но пусть будет. А вот так. 47 уровень. Ух ты. Не попадает даже он по нему. В смысле. Вот гравелер. Сейчас эта птичка заклюет камень, да, и убьет его. Охренеть. А, он ударил нее, только не знал, что это за атака, и ударил нее во втором раунде. Да. Пиджи. Хрен, мы уже его точно убьем опять. Нужно прокачивать наших покемонов. А то вот такими темпами вот только будем вот так и умирать от покемонов-боссов. А как видите, они тут, ну, реже, как бы чаще встречаются, так как тут есть вот эта мини-карта. Ну давай уже. Там уже его 100% не будет, как я понял. Ну, сейчас бегаем, посмотрим. Нет, вот он там. Вот он там. Еще раз пробую. Нет, так нет. Манал я. Каждый раз умирать и идти лечиться от него. Че за хрень? А, ну убежал, да? Ух, это. Да чё ты? Че я на него никак не могу. А, вот. Ух, ну вот Чармандер, ну смотрите, Чармелион, смотрите, какой у него охрененный, в смысле, урон. Ну никак не убьем. Вот сейчас лупанет она Чармелиону, и он умрет. И сейчас, пока я буду переключать Гравелера, он тоже использует на него какую-нибудь атаку и тоже убьет. Какая-то безвыходная ситуация, мне кажется. Не убьем мы этого Пиджия. Убили. А, охренеть. Ну, убили-то убили, но ни хрена опыта не получили. Да. Ну, о, Пикачу там. На мини-карте виден. А давайте мы Пикачу словим. Хотя, ах, хрен мы его словим. Так как все покемоны мертвые, а так он хрен словится. Пикачу, ты 9-й уровень, ну словись, миленький. Короче, иди ты. Ну, в принципе, не иди, но. Все, мы, короче, его 100% не словили. Ну, не словили, так не словили. Потом сделаем себе покеболы.
Отлично. В принципе, я это уже использовал. Поэтому мне дало и 5 покеболов. Ладно, нужно все-таки качать покемонов. Конечно же, нужно прокачивать. Найти каких-то более подходящих покемонов, которых и несложно убить. И вот, иди сюда. Давай, убьем его, если, конечно, убьем. Но я думаю, что убьем. Да, 100% убьем. Если, конечно, какая-то сейчас ультра-атака его не будет. Ну, отлично. Один уровень прокачали. В принципе, давайте вернемся ближе к дому. Я уже думаю, сейчас можно будет закончить эту серию. Так, где наш дом? Ух, ни хрена себе, мы далеко отбежали. О! Хорошо, что заметил опять. Что бы выкинул? Чего выкинуть? Ладно, побежим дальше. Как раз пока добежим до дома, может еще, в принципе, кто-то и заспавнится, да? Так, извиняюсь за звуки. Идем и дальше. О, кожа. Места у нас нету, так что идем мы домой. Мы вообще правильно идем, вроде правильно. Так, два изумруда у нас уже есть, это отлично. Я думаю, можно будет потом поменять. Я не туда, я не в ту сторону бегу. Можно будет поменять потом на что-то, ну, в смысле на коины, да. Так, тут ничего. Ладно, побежим дальше. Еще пока с трудом нам даются покемоны-боссы, так как еще не очень сильно прокачаны наши покемоны. Вот летающий дом. Я потом это, конечно же, подправлю, вот это все там. Сделаю более такой быстрый подъем, потому что вот так, ну, понятно, что это все долго. Так, сейчас соберем и тростник, я думаю, пригодится потом, если мы, конечно же, будем делать раркенди сами. Ах, как я его соберу, у меня места уже нету. Чё бы выкинуть. Грай, точно. Отлично. Ух, сколько покемонов на мини-карте. Так, идем дальше. Там тут никого. Да, в принципе, давайте поднимаемся на гору. Ух, рестарт сервера. Как раз успеем. Я еще тут стекло забыл поставить. Ну, потом, это все потом. Так, сейчас, что я хотел. Давайте пока что мы вот хоть что вот поскладываем в сундуки. Сундук. Вот так. Отлично. Ну, в принципе, все, дорогие друзья. Давайте на этом закончим. В принципе, продолжим в следующем эпизоде. В этом эпизоде мы, в принципе, ничего не словили. Не убили. Ну, убили одного покемона-босса. Даже двух, вроде. Гравеллера и Пиджия. В принципе, нужно будет прокачивать наших покемонов. Нужно будет словить еще каких-то. Сделать априконы. Ну, и, в принципе, все. Да, давайте на этом закончим, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.